Приветики, глубоко увлажняемые подписчики. Картошечка у нас проснулась и говорит такая: давайте песочницу потестируем, мы там чего-то понавыдумывали, давайте посмотрим. И уже с 8 февраля, которая уже буквально вот скоро вот будет с понедельника, можно будет поучаствовать в песочнице. Нужно ее скачать, зайти и потестировать все, что разработчики туда набросали. А за это мы получим какие-то там плюшечки. У всей этой песочницы в этом году будет 6 этапов. В каждом этапе можно будет выполнять цепочку заданий, после которых вы получите жетончики. Эти жетончики будут собираться в кучку, и эта кучка жетончиков перенесется на основной сервер. И на основном сервере вы эти жетончики сможете обменять на награды. Дни прем-аккаунта, резервы на серебро, резервы на остальную ненужную парашу, просто серебро, декальки и какой-то там камуфляжик. Обалдеть. Они песочницу превратили в еще один режим, растянутый там на фиг знает сколько времени. Все это начнется с 8 февраля. И каждый этап, я так понимаю, будет примерно по неделе с перерывчиками выходить. Сначала мы будем тестировать фугасы. Очередной раз разработчики пытаются этот снаряд превратить в более вменяемый. Потом мы будем тестировать новый экипаж, который еще в прошлом году мог выйти, но что-то так и не вылез. Видимо, не протолкали через великолепную дырку высирания новых патчей. Потом будет великолепная переработка артиллерии. Ну и потом будет заключительный этап. На заключительном этапе, видимо, будем целую неделю кончать песочницу. Я очень рад, что разработчики начали хоть как-то шевелиться. А то их трупик, называемый World of Tanks, что-то за ними как-то тянется, там барахтается, они его все тянут, дотянут за собой. Еще на веревочке к трупику привязали артиллерию. И вот два трупика тянутся друг за другом. Пора уже оживлять эту помойку, поскольку играть в картошку сейчас вообще невозможно. И немножко хочется сказать про артиллерию, которая будет тестироваться, я так понимаю, на втором этапе. Все-таки разработчики решились высрать арталампочку. Что в ней хорошего, что плохого. Сразу скажу, если артиллерии не уменьшить сплэш, смысла от арталампочки особо никакого нет. Ты что отъедешь, что не отъедешь, все равно получишь пиздюлину чуть больше, чуть меньше, с оглушением и все. Единственное, что у тебя сверху будет черепок при этом нарисован, наслаждайся. А вот если уменьшить сплэш, это будет какой-то смысл иметь. Плюс еще при уменьшении сплэша заиграют новыми красками укрытия, которые сейчас вообще от артиллерии никак не спасают. Также разработчики еще обещали артиллерии добавить осадный и походный режим. Про это я говорил уже несколько лет назад, 2 или 3 года. Прошло, а разработчики только сейчас такие: ага, а что это арта у нас на ходу стреляет, а давайте нет. Но надо же перед этим еще протестировать, а вдруг не получится. Но на мой взгляд, самое главное, что нужно переделать в артиллерии, это бои максимум с одной артиллерией. Поскольку даже две артиллерии на Прохоровке и тому подобных картах превращают бой в мусорник, который даже нет смысла загружать, это не бой вообще. При одной артиллерии люди хотя бы по карте разъедутся, займут позиции, и это будет похоже на бой. А сейчас игра похожа на полный шлак. В общем и целом, артиллерия в этой игре вообще не нужна. И это трупик на веревочке, который тянется за этой игрой уже много лет. Но так смысла никакого и не получил. Информацию я вам дал, с 8 числа начинается песочница. Я знаю, вы любите убивать свое время ради получения какого-то мусора в картошке. Поэтому с 8 числа можете смело нырять в песочницу. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.